Новую лавочку возле каждого дома попросили северодончане у депутатов городского совета. Те их услышали и за 57 тысяч гривен из местного бюджета купили 20 новых лавочек. В следующем полугодии, говорят в мэрии, скамеек может стать больше, если от северодончан поступит предложение с конкретными адресами домов. В этом году выделено 57 тысяч. Это порядка 20 лавочек. Старые районы, здесь у нас пожилые люди в основном живут. Это Ломоносово, это Лещины, это Энергетика улицы. Поэтому все те заявки, которые были к нам обращались, мы на сегодняшний день их все поставим лавочки по тем всем заявкам. Я думаю, что на второе полугодие, если будут также поступать заявки, наши депутаты откликнутся. Конечно, хорошо. И отдохнуть, с детками погулять. Мне кажется, это прекрасно. Идея хорошая, хорошее дело. Спинка есть. Не нормально сидеть, это удобно, красиво. Я с первого подъезда вот хотела тоже, чтобы была лавочка. Потому что люди пожилые есть, 85-80, за 80 лет. Чтобы они тоже вышли, удобно могли посидеть, отдохнуть. Когда вот в возрасте стали люди, уже пенсионеры, все, общения не хватает людям. Выходим на улицу вечером. Нам нравится. И желательно, чтобы сделали в каждом подъезде, чтобы мы вышли, посидели на свежем воздушке. Ну, мы хотим, конечно, потому что у нас плохие лавочки. 46 лет дому, мы живем с самого заселения дома –